Сегодня мы собрались втроем. Я своему КТМ дал Сереге. Надо его как-то подсадить. Вот он тренируется после Минчика. Полгода не катал. Газ откручиваю и все. Что? Газ откручиваю и все, да, тут. Ну, нахуй, не знаю, на какой передаче. Какая передача? Я ж не знаю. Тихо. Повезло, что хвост не отломал, повезло. Я его вниз отправил, бля. Ну да, да. От себя, ты да. Толкай просто руль от себя. Вот застал. Он когда, не, понятно, когда он наверх поднимаешься, ты... Так вверху ты сцепление потравил, тебе ж не да, надо газ. Да, я не потравил, ну все, он... Тишь на КТМ не получилось. Я думал, он видит, что я еду. Как? Он же на бревне не становится. ДТП. Ну все, блядь, вот надо. Каска. Освидетельство. Ты, папа, ничего не задел. Ты мне вот в эту защиту ударился сюда чуть-чуть. Бля, ну пробачно. Сергей! Сергей, одна нога правая на заднем тормозе. Чтоб ты тренировался, если что-то пойдет не так, нажать тормоз. Yeah.
Погнали!